Всем привет, друзья, с вами Назар. Продолжаем играть мы за Нормандию, The Last Kingdom. В прошлой серии мы отбили первую атаку на город Кале. Здесь мы уже подготовили еще одну армию, она идет на север. Может, попробуем сразиться, не знаю, посмотрим. Тут я немножко так переформировал наши войска. Давайте еще отправим. Вот один стек, чтобы все было красиво, хорошо. Тут наем войск идет. Вместо 54. Давайте возьмем этих ребят лучше. Дальше. Что у нас? Так, тут все спокойно. Все спокойно. Хорошо. Ну, я думаю, можно пропустить ход. Давайте это и сделаем. Посмотрим, что враг будет творить и вытворять. Друг с другом в морских битвах. Тут пытается осаждать нас. Не знаю, как ему это удастся. И тут тоже. Так, у нас два города в осаде. Ну, в осаде проще отбиваться. Так, тут еще викинги высадили свой небольшой такой десант. Так, кто-то умер. Я это слышал. Смерть лидера фракции. Наш повелитель уставил этот мир ради Небесного или Вальхаллы. Уж что он там верил. Лишь бы не ада, ведь он в любой религии, к сожалению, одинаков. Да. Ну, тут вижу пехота, в основном у нас же есть два отряда пехотинцев, два отряда лучников и один отряд конницы. Я думаю, своими вот этими силами смогу отбиться, а может и не смогу, кто его знает. Ну, рискнем, почему бы и нет. Так, здесь мы оставим немножко войск. Так, наверное, мало. Давайте еще. Хорошо, тут низкие налоги, отлично. И эту армию мы отправим, а давайте вот сюда. Вот так это сделаем. Ну, пусть будет так. Хорошо. Может, он снимется с осады, может, он пойдет на этот город. Если будет атаковать вот этот, ну, пожелаю ему удачи. С таким войском она ему понадобится. С таким слабым войском, можно сказать. Так, здесь умер наш один правитель. Давайте отправим немножко войск на подкрепление. Вот так будет хорошо. Я думаю, отсюда можно забрать, и отсюда можно забирать. Хорошо. И поскольку у нас здесь сформировалась такое достаточно большая армия, можно взять вот так вывести. Ну, поблизости, я думаю, нет армии, нигде не ныкается. Они просто были бы нам показаны на карте. Начнем осаду этого города. Сюда же мы подведем еще войска. Здесь мы наймем. Так. Здесь тоже можно нанять. Пока одного. И Лундены. Что ты нам предлагаешь? Предлагаешь нам переобучить? Ну, давайте один хотя бы возьмем. Хорошо. Строительство Реодинг. Построилась кузница. Или что там у нас? Нет, корольная. Корольная, да, построилась. Вербовочный пункт. Гибуры, саксонские лучники. Ну, давайте построим. Они тут пригодятся.
Колкиастер бенефиции. Тут пока что нечего строить не будем. Лондены. Давайте построим площадки для поединков. Даст бонус к опыту. И на этом деньги закончились. Ну, восточно-франкские войска нас не трогают. Значит, давайте мы поставим здесь свою армию. А тут пока что будем нанимать войска. Так. Переобучим отрядик. Затем этот. Можно и слить. Вот так. Хорошо. Здесь отремонтировалась Снекия. Значит, можно вражеские корабли. Так, потопили. Хорошо. И давайте еще вот этого потопим. Но большие флоты не хочу атаковать, нападать. Ну, разве что датчан можно разбить линию на кораблях. Так, ушли все-таки. Смогли уйти вражеские корабли. Ого, лучники. 17 защиты, 5 атаки. Давайте мы их попробуем тоже отбросить с этой позиции. Потопили два корабля. И все пассажиры, можно и так сказать, ушли на дно кормить рыб. Там им и место. Также я где-то агента нанимал. Вот тут лазучка, потому что мне одного убили. Ну как убили, он провалил свое задание. Пока что. Так, ты работаешь здесь, да? Хорошо, работаешь. И у нас движется еще одна армия вражеская. Так, мне бы еще хотя бы одного генерала нигде нету. Вот сюда запихнуть, потому что один отряд конницы недостаточно. Где мой шпион? Вот он. Я отправлю вот на этот полуостров, хочу посмотреть, что там есть. А, можно даже вот так пройти. Ну и можно послом разведать вот здесь город. Вот так. Дальше там, я думаю, уже нету ничего. Можно пройтись. За это деньги платить не нужно. Так, ну вроде бы все здесь, все сделали. Разве что вот тут еще можно... Ага. Некого нанимать. Да, вот этот еще дракар бы нам отремонтировать. Там, наверное, нужно ждать. Давайте завершаем ход. Сейчас, наверное, придется нам сражаться. Да, давайте отправимся в бой. Так, начинаем расстановку войск. Есть один отряд, вижу, с лестницами. Это нехорошо, это вообще нехорошо, потому что они пойдут убивать наших лучников. И один отряд с тараном. А, ну вот эти лучники, по идее, могут стоять, а вот этих лучше бы убрать, потому что тут будут высадка идти. Их могу вот тут поставить. Да, немножко маловато у нас войск. Тут стой.
Здесь стой. Лучники тут стоят. Хорошо. Даже не знаю, забирать или пусть стоят. Можно их вот тут поставить. Они стрельбу смогут вести? Смогут. Вот так. Конница. Конница должна выйти из других ворот. Вот отсюда, например. Пойти сюда. А затем сюда. Так, стрельба пошла. И вы тоже сюда стреляете. Еще бы хотя бы один отряд, чтобы поставить на стены. Но их не так просто было взять. Так, легкая пехота. Это все легкая пехота. Проклятье, они лезут на стены. Угостите их сталью. Некому угощать их. К сожалению, все официанты, так сказать, стоят возле ворот. Нужно ворота держать. Да, многовато у врага пехоты. Лучники, к сожалению, не так хороши или не так эффективны против именно пехоты. Они ломают наши ворота. Да, они тут вылезли, но только от того, что они вылезли, никакого. Конница пока что пусть стоит. Когда уже враг начнет ломиться внутрь, тогда мы ее и пустим. Да, они сейчас начнут вылазить вот с этих дырок, из этих как будто бы дверей. 30%. Началось сражение уже. Тут неплохо уже так покосили врага. Хорошо хотя бы, что там нету тяжелой пехоты. Минус 4 их было. Здесь, смотрите, 15 человек. Здесь 25 уже. Конечно, если этих копийщиков. Так и как и этих. Ну, я думаю, что так же. А может и меньше. Да, долго тарант ломает ворота. Тут плохо, что войска не, не обучены, так сказать, без опыта. Ворота разбиты. Ладно, хватит тут. Переходим в атаку. Конница, давай. Враг как раз таки разрядил свои ряды. Главное, чтобы они не повернулись к нам. Что они так медленно? Так, захватил наши стены. Так, начинается самое веселое. Ну что это за такой натиск? Ну это даже не натиск. Уже начинаем терять. Сюда стреляйте, не по коннице нашей. 58, 86, уходим. Немножко отвлечем врага от
наших ребят. Так, эти вообще стреляют. Давай, 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 назад. Молите Господа, чтобы он спас нас от поражения. 12:28. Держитесь, держитесь. Легкая пехота. Можем и проиграть, конечно же. Я этого варианта не исключаю. Теперь давай сюда. Попробуем обмануть. Атаковать вот эти войска. Пока этот отряд будет там за нами бегать по полям. Давай сюда. Но нужно будет сразу уйти, чтобы нас не зажали с двух сторон. Так, кто-то уходит. Легкая пехота. Все, давайте сваливаем отсюда. Наш безумный полководец позволил убить себя. Вот идиот. Ну теперь точно проиграли. Все очень плохо. Все очень-очень плохо. Так, лучники. Давайте вы уже... Слезайте оттуда. Блин, еще и полководца потерял. Ну да, тут копейщики вышли. И давай его колышматить. Лучники вперед. Не-не-не, их тут слишком много. Я вряд ли смогу с ними справиться. Да, надо было сюда отправлять еще немножко войск. Все, сваливаем. Семнадцать человек осталось. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Да, сами потеряли одну треть. При том, что лучники остались практически одни. Так, эти уже уступают. Отступают, хорошо. Попробуем их перехватить. Враг одерживает верх. Только чудо может спасти нас от поражения. Блин, они возвращаются. Попробуем здесь их бабахнуть. Все, сваливаем отсюда. Да, лучники очень быстро умирают. В башне стреляют. Что-то я не замечаю, чтобы они стреляли. Хотя вроде бы какие-то стрелы летят. Ё-моё, сколько вас там уже. Попробуем еще отойти. Так одерживает верх. Только чудо может спасти нас от поражения. Ударим еще разок. Очень плохо, что погиб полководец. Без полководца тяжело держать боевой дух.
Да, переключился вряг на кавалерию. Кавалерию уводим. Удача улыбнулась нам. Все? Мы должны закрепить успех. Побежали. Хорошо. Вражеский полководец, бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. Мы пленили вражеского полководца. Пусть он посмотрит, как мы разгромим остатки его армии. Враг бежит. Все. Отлично. Забираем, кого только можем. Так, давай. Тут фигня осталась, конечно. Ну, все-таки смогли мы одержать верх. Но полководца жаль, да. Очень жаль. Он бы тут неплохо прокачался на такой битве против сильного врага. Ну, как видите, все-таки лучше брать больше пехоты обычной. Лучники они, конечно, нанесли огромный урон. Но не настолько... Забираем, и еще вот здесь несколько осталось человечков. Серебряная лычка. Девяносто 9%. Завершаем битву. Восславим Господа. Устроим засад. Нет, нет. Казнить, казнить всех. Так, этот... Ага, они даже вот так хотят сделать. Атаковать нас с трех сторон. Угу. Да, 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 да. Нужно, нужно вступать в бой. Лично. Они не заслужили милосердия. Так, начинаем расстановку. Лучники, лучники. Нам бы лучше где-то встать. Здесь у нас типа город начинается. Нам бы как-то прикрыться, знаете. Но дело в том, что нам могут зайти с тыла. Это тоже нужно учитывать. Можно как-то поиграть вот от построек, держать улицы с четырех сторон. Это, думаю, будет неплохая тактика. Лучников сразу в центр этой деревушки или городка. Не знаю, что это такое. Тут их попробую еще расставить. Места нигде нету. Вот, влепили все-таки. Конница будет где-то в полях. И пехота. Пехота. Ну и как-то тут нужно будет расставлять. Скажем так, три отряда сюда. Два отряда сюда. Один и... Ну, один сюда поставлю. И что у нас там осталось? Осталось еще два отряда. Один тут будет поддерживать, а второй будет с этой стороны тоже поддерживать нас. Ставим паузу. Итак, вот отсюда идут вражеские войска. Нам нужно занять здесь оборону. Так. 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 Блин. Опять все сбилось. Так. Так. Ну, скорее всего, что враг будет сначала собирать войска в единый кулак, так сказать, а потом уже атаковать.
расставим. Хорошо. Здесь два отряда. Сюда. Сюда. И еще с этой стороны. Ну, с этой стороны не скоро подойдут. Так, снимаю с паузы. А вот эти отряды зайдут сюда. Конница уходит. Хускарлы, ого. Тены мечники. Тяжелая пехота. Да. Крутицкая пехота. Конница пока что. Пока что ничего не делает. И давайте немножко понервируем. Милорд, удача отвернулась от нас. Мы должны что-то предпринять, пока враг не закрепил успех. Да что ты кричишь, ты? Так, здесь нужно прикрыть. По Хускарлах. Ну, молодцы, молодцы. Это очень хорошая пехота. Так, стена щитов. Здесь тоже стена щитов. Здесь пусть отойдут лучше. Сюда. Да, они не спешат атаковать. Тут разве что. Попробую еще расставить их нормально. Стена. Ну, ладно, пусть стоят. Стоп. Так, здесь идут новые войска. Карл-лучники. Так, конница, я уже знаю, чем ты будешь заниматься. Давай сюда, на этот фланг. И здесь еще. Тяжелая пехота. Ничего себе, у них тут войска такие нехилые. Блин, не могу расставить их нормально. Они тут все в куче стоят. Давай, 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 давай. Сюда, сюда, сюда. Вон стоят уже наши клиенты. Так, все стреляем по этим ребятам. Конница. Вперед. Ё-моё! Какие тут толпы идут, прям. Орды. Монгольские. Лучники. Ctrl 2. Давайте остановим вас. Тут есть более подходящие цели. Все, эти уже бежали. Хорошо. И теперь в тыл. Легкая пехота. Вот здесь вроде держимся. Ну, сейчас отсюда попрут. Попрут и так нехило. Попрут. Враг бежит. Догнать и уничтожить.
враг обескров... Мы пленили вражеского полководца. Супер. Пусть он посмотрит, как мы разгромим остатки его армии. Молодцы, что пленили. Так, добиваем, добиваем, добиваем. Кава, 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 кава идет. Сюда, наверное, хотя, 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 не-не-не. Вообще куда-то ей нужно заныкать. Что у нас? Один отряд. Вражеский полководец мертв. Еще один. Отлично. Так, а вы что тут делаете? Не-не-не-не, вы давайте сюда. Нужно перестраиваться немножко. Стоят, ждут, не атакуют сразу всеми отрядами. Лучники. Лучники, лучники, лучники. Где? Вот сюда. Уходим. Так, как-то некрасиво-то стоите. Сюда подходим. 10-43. Да, результат уже отдает свои плоды. Да, фигню сморозил, как всегда. Результат дает свои плоды. Сражение дает свои плоды. И тактика, блин. Я хочу атаковать их, но одновременно не хочу, потому что нас здесь могут зажать. Но вроде бы они идут куда-то не в ту сторону. Все. Сломлены. Отлично. Значит, идем, идем отсюда. Не знает, куда отступать, в какую сторону. Здесь все держится. Здесь тоже вроде бы все нормально. Давай, 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 уходи, уходи от этой пехоты. Так, еще одни. Эти, так сказать... Возобновили свой боевой дух, обновили. Давай сюда и попробуем ударить в эту пехоту чарджем. Может, это и плохая идея. Но мы попробуем ее реализовать. Все. Так, здесь, ребятки, стоим, никуда не валим оттуда. И 36. Чардж. Это кто-то из наших остался вроде бы. Одни тут остались, другие пошли дальше. Их возможно, я думаю, убить конницей одной. Так, тут стоим. Тут, там должны выстоять. 26. Хвала Господу. Вражеский полководец мертв. Еще один. Троих уже захватили или убили. Все, сваливаем. Так, эти сломлены. Сюда давай, сюда. И куда-то сюда. Попробуем в тыл зайти. Тут благо есть кому заходить. 60% потеряли 16. Неплохо, неплохо.
Тут ребята держатся, ну, стена щитов рулит. Да ядрен батон, что ты делаешь? Уходи, уходи отсюда. Сейчас потеряю. Битва изменился в нашу пользу. Это первый шаг к победе. Нет, не потерял вроде бы. Эти что, эти сломленные, их можно проатаковать. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Этот отряд давайте сюда пустим. Надеюсь, они не вернутся на поле боя. Так и будут убегать. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Ну тут говорит он для разных армий, там нас три армии нападали. Все? Нет, еще есть. Еще кто-то сражается. Так, здесь стоят. Давай сюда. Ты давай сюда. На этих мудилей. Давай сюда. Да, повезло нам, что здесь этот город стоял. По сути, мы вот с этой стороны никого не получали. То есть мы отбивались только с трех сторон. Здесь добиваем. Здесь сами справляются. Здесь еще контратакуют. Дайте мне расставить войска нормально. Так. Вот, еще этих можно забрать. И, возможно, я даже сейчас получу этот город на халяву. Там вроде бы тоже уходили вражеские войска из города. Но даже если не получу, я его смогу запросто взять. Перебил практически всю армию. Восемьдесят семь. Так, забрали, хорошо. И закрываем коробочку. Противник бежит. За все. Ним в атаку. Все убиты. Нужно добивать еще недобитков. Пять человек. Завершаем битву. Да, 158 против 800, плюс 1200. 1200 человек мы убили. Неплохо. Телохранители 2 очка опыта, нормандские лучники 1 очко и в остальном так себе. Давайте завершаем битву. Всех казнить. И город, похоже, наш. Да. Грабим поселение, как всегда. Получили там значок легендарного сражения, легендарной победы. Ой, только не атакуй меня сейчас. Только не атакуй. Нет, тут нужно отступать. Тут я не справлюсь. Слишком много. Да, отцепись ты от меня. Походу не отцепится. Ладно, ребята, встретимся уже в следующей серии. Эта битва начнет ее.
Ну, либо сделаем такую отдельную серию, потому что мне немножко уже время поджимает. Так что до новой встречи. Всем пока.